проигравший прокукарекает на всю комнату! 3 раза. 5. Лучше 5. Да. А ну соберись, ты же мужик! Привет всем зрителям канала Рома и Хелбик! И вы находитесь на главном кулинарном поединке. Встречайте супершеф Рома! И его друг Хелпик! И сегодня мы устроили соревнования по приготовлению гамбургеров. Поприветствуйте соперников Ромы! Встречайте, Илона Балдовна! А следующий соперник — старик Хаттабыч! И самый серьезный соперник — это мистер Шефбургер! А вы, друзья, прямо сейчас уже начинайте писать, за кого вы будете болеть в этом челлендже! Рома! 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 Давай! Давай! Чем больше лайков, тем больше шансов выиграть! Итак, у нас есть бургерный конвейер, и для того, чтобы начать играть, надо вытянуть карточку! Ну все, я сделаю тебя, маленький шефик! Для начала предлагаю их перемешать. Вытягивайте по одной карточке и смотрим, что же вам попалось. Илона Балдовна, покажите ваш бургер. Вау! Шеф Рома у вас? Вот такой клевый бургер. Итак, на счет 3 запускаем конвейер. Ну что, приготовились? Да! 3, 2, 1, запускаем! Так, конвейер пошел. Подожди. Так, я первую беру, раз. Потом у меня идет сыр. Шеф, сыр! Сыр! Потом котлетка! Итак. Помидорка! Рома, давай! Салатик, у меня дальше салатик! Не получается у него салатик! И сверху! Илона Балдовна почти не выиграла! Да, есть! Смотри, я беру тарелочку! Конвейер подходит к концу, и смотри, как у меня сейчас будет круто! Давай! Итак, после первого раунда выигрывает Илона Балдовна! Раунд номер 2. Тянем снова карточки. Поехали, давай, так. У кого что выпало? Смотрите, что у меня. Ой, какой легкий бургер. У вас, шеф Рома. О, у Ромы посложнее. И 3, 2, 1. Включаем машину. Поехали. Булочка. Нет, вот сюда ты должен класть. Вот сюда, я тебе помогу, ладно, так и быть. У меня 2 котлеточки, 2 мясных котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салаты, лук. Поторапливаемся. Все на булочке, скунжу. Конвейер движется очень быстро. Я делаю сверху, почему ты так. А мы вам не зачтем это. Она возвратилась. Рома, давай. Давайте, Роман, давайте. Две котлеты. Почти готова. Я тоже не могу. Так. Конвейер неумолимо приближается к концу. Итак, кто победит? Кто победит же в этом соревновании? Тарелка. Вот мой бургер. Итак, друзья, в этом раунде у нас ничья. И общий счет у нас 1-0. И по правилам игры Илона Балдовна должна придумать желание для проигравшего. Итак, пусть проигравший прокукарекает на всю комнату. 3 раза. 5. Лучше 5. Да. А мы провожаем нашу Илону Балдовну и встречаем следующего гостя. Всем пока-пока! Здравствуй, шеф Рома! Здравствуй, старик Хаттабыч! Итак, перемешиваем карточки. Эх, как старенький! Ну-ка, старик Хаттабыч, покажите вашу карточку. Как там? Какой сложный гамбургер! Теперь моя очередь брать. Так, какой же взять? О, давай вот этот возьмем. Смотри, старик Хаттабыч, какой простой! Ахахахаха! Раз, два, три, запускаем! Все готовим! И раз, бук! Ну, старик Хаттабыч, давай, не отставай! Рома быстро справляется руками, но старик Хаттабыч не отстает! Помидоров одна! И... Рома, давай! Начинается очень сложная игра. Пока что лидирует Рома. И у Ромы уже готов гамбургер. А Рома уже держит тарелку и готовится поймать свой гамбургер. Развалился. А у меня собрался. Ё-моё! Наконец-то я выиграл! Эх,
Давай еще раунд. И в этом раунде выигрывает Рома. Соперники снова перемешивают карточки. И давайте посмотрим, кому что попалось. О-о-о. Смотрите, ой, друзья, нет, старику Хоттабычу не попалось ни одной котлеты. Раз, два, три. Поехали. Ладно, не могу что-то взять. Возьму у старика. О, за меня болеете. Нет, я... Друзья, вы скорее пишите в комментариях, только... за кого вы болеете. Да я сейчас его сейчас быстренько этот гамбургер-то приготовлю. Рома, 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 давай, давай. Пока что соперники идут наравне. Я такая гамбургер ни разу не пробовал. Итак. Все, жрем ты елочку. Сейчас она тут подъедет. Да у тебя лента, наверное, быстрее меня. И вы посмотрите, по ходу дела Рома снова раньше финиширует старика Хоттабыча. Еще куда-то булка пропала моя с конвейера, непонятно куда. И снова победа за Рома. Эх, старость не радость. Ну ты, старик Хоттабыч, не отчаивайся. Да ладно уж, не буду. Рома, загадывай для старика Хоттабыча желание. Так, какое загадать? Пусть он 5 раз протанцует. Эх, да как же да я, да танцевать, да это вообще издевательство какое-то. Вот это зажигательный танец, вот это пластика, вы посмотрите, и не скажешь ведь совсем, что он старик. Вот это движение, мега крутые танцы, что он вытворяет, посмотрите, ну совсем как молодой. И мы прощаемся со стариком Хоттабычем. Все, всем удачи, пока-пока. Hello, I'm Super Chef Burger. Друзья, третий соперник подходит к столу. Я выиграю этого никчемного поваришку. Здравствуйте, сэр Бургер. Пожалуй, не буду пачкать руки. Хелпик, я не хочу проигрывать. А ну соберись, ты же мужик. Рома сам размешивает карточки. Мистер Шеф-бургер, вытягивайте одну. Ну и сложное же задание вам попалось. Теперь очередь вытягивать карточку Ромы. Та-дам! Да я вообще могу 2 сразу готовить. Ну давай посмотрим. 1, 2, 3, запускаем конвейер. Вот это поворот, друзья. Шеф-бургер хочет приготовить 2 гамбургера. Рома, давай. Почему он так быстро движется у вас? Я такого не ожидал. Котлета, помидор. Итак, помидор, очень котлета. Странно, почему же шеф-бургер нисколько не торопится? У меня плохи дела. Мне кажется, друзья, он слишком много на себя берет. Помидор, я думаю, он поймать. С этим заданием котлета не справится. Не а вот. Если вы так же считаете, то ставьте все, лайк. Ура! И Рома выигрывает! Шеф-бургер, вы сильно расстроились? Да вообще ни капельки. Друзья, приготовьтесь, вытягиваем карточки. Вот что у меня попалось, и я сейчас сделаю мега-бургер-гер. Так, возьмем вот это. О! 1, 2, запускаем. Итак, смотрите, как это делается. Сейчас будет самый большой гамбургер. А, ладно, грязно. Мне одному кажется, что шеф-бургер опять не справится с этим заданием. Двойную порцию. Рома, давай. Помидор. Давай поскорее. Сыр. Ого! Так большой. Сыр, котлета. Все, у меня готово. Котлета, опять сыр. Да как так-то? А у меня... Тройную порцию. Шеф-бургер, ну куда же столько помидоров? Я, у меня готов. О нет, я опять проиграл. Да что происходит? Да почему я проиграл? Походу, сегодня просто не мой день. И Рома снова первый. Иха! Рома, придумайте же задание для шеф-бургера. Он должен сказать, что я самый лучший. Нет, нет, я не могу. Я самый лучший повар, я. Но это правило игры. Окей, окей. Итак, самый лучший повар я. Вы только посмотрите, что же происходит. Шеф-бургер убегает. Итак, друзья, вот и закончились соревнования по бургермании. И теперь мы возьмем интервью у нашего победителя Ромы. Итак, Роман, скажите, вы довольны своей победой? Да, конечно, доволен. Как вы думаете, почему шеф-бургер не выполнил желание? Потому что он слабак, я лучший. А мы в этом и не сомневались. Вы были на канале Рома и Хелбик. До скорых встреч. Пока-пока.